Ребята, всем привет! С вами канал Движение Жизнь. Мы находимся на завершающем его пробеге в этом году. Следующий уже скоро, через месяца 4 будет. Нет, через 6 даже. Смотрите сегодня, сколько людей приняло участие. Первые 600 человек получили вот такие вот медальки. Также разыгрываются 10 велосипедов и очень много призов. Для кого-то завершающий сезон, и кто-то велосипед может заставить. Но очень многие ребята не зимой катают. 218. Я люблю зимой ездить по снегу, а вы? Всем привет! Здорово! Так вы спрятались за людьми! Да ладно, медаль взял, все! Он снимает, улыбаемся и машем! Медальки успели? Да! Хорошо! Большие шансы! Пробег вообще нравится? Отлично, вообще шикарно. Новый сезон ждешь? Обязательно. Уже скучаешь, наверное, по нему? Уже скучаешь. Конечно, без подарков остался теперь. На всех его пробегах без подарков? На всех. Блин, я понимаю, я так же. Спасибо. Ну, зато было классно. Хоть медаль. Не, ну было классно покататься. Очень круто. Все замечательно. Хорошо, что без травм все обошлось. Все отлично. Хорошо, спасибо. Вам. А вы как вам велопробег? Отлично. Следующий сезон? Конечно, жду. Что... Все велопробеги посещали? Почти все, почти все. Да? Что-нибудь выиграли? Нет, конечно. Конечно. Обидно просто. Мне кажется, рано просто нужно приходить. Да, просто, видите, 600 уже... Из номерков уже 500 вообще. То есть считайте, нет, что номерки плохо мешают. Да. Ребят, это мнение общественное, что плохо мешайте номерки из порты Калматы, мешайте лучше. Сегодня я тоже ничего не выиграл. А тут у нас Василий. Да, это Сергей. Встретились два блогера, как обычно. Да. Ну как тебе последний велопробег завершающий? Ой, как обычно, если честно, как обычно. Вот. То есть, как обычно, сегодня люди очень быстро ехали, вообще классно, за медальками особенно. Я этот самый, я же телефон уронил. Я телефон уронил на весновке Сатпаева. Поэтому потерял темп. А, зря, больше не роняй телефон. Значит, зря. Это случайность. А, следующий сезон ждешь? Естественно, жду. Там, может, велик дадут новый. Мне меритку мою менять надо уже. Так, это твой велик сейчас. Да. Итак, вот мне сегодня удалось взять медальку. Скоро он выиграет новый велосипед, я в этом уверен. Кто выиграл велосипед? Я. Вы выиграли? Да. Поздравляю вас. Спасибо большое. Все велопробеги
посещали? Да, все велопробеги. За все велопробеги, ну, один пропустил, потому что ездил вот как раз таки на Иссык-Куль на велосипеде. И вот доказательство того, вау, что все велопробеги закрыты. Классно, то есть у вас все полностью, да, все собрано. Стартовые номерки, да, кроме одного, тогда, когда я был на Иссык-Куле. Следующий сезон ждете? Обязательно. Хорошо, спасибо. Все хорошо. Все велопробеги посещали? Ну, 8 или 9. Нравится? Да. С утра спокойно просыпаетесь? Да. Хорошо. 5 часов утра. 5 часа? Ого. Орбита одно место! Орбита одно место? Погоди, они сейчас это... Даже на велосипедах таксуют. Вот на этом и завершается велопробег. Классное мероприятие такое. Ожидаем следующего сезона. Ждем новых маршрутов. Ждем больше участников. В этом велопробеге очень много участвовало. Классно. Мне очень понравилось. Маршрут прикольный. Всем пока. До встречи. Увидимся в новых видео.